Я пригласил мою знакомую Алиту Евгеньевну. Сейчас я буду обучать. У нас есть новый стан. Посмотрите на него. Рассмотрите все пространства и линейки. Так, значит, вообще за домик у нас между... Смотрите, вот сюда надо, у нас есть 5 линеек зеленых и 5 линеек коричневых. Зеленые линейки относятся к скрипичному ключу, коричневые линейки к басовому ключу. Все поняла, да-да-да. Вот каждая линейка переходит в клавишу. Вот у нас есть такие подсказки. Вот первая линейка — это ми. Вот, первая линейка перетекает в клавишу. И также все остальные линейки, и также в левой руке. Потом еще у нас есть персонаж. Вот, когда вот Мишка, если мы не додержали, появляется гномик. А, то есть нужно дольше, да, продержать? Да, дольше. Все, ну, это видимо, сейчас раз. Пример. Потом, если мы нажимаем неправильную ноту, выскакивает паучок. И вот, допустим, нота ля, пространство перетекает в клавишу. И ты, точнее, можно ориентироваться, где ошибка. Все понятно. А когда мы додержали ноту, появляется бабочка. А когда видите бабочку, сразу отпускайте ноту. Все, надо уже отпускать. То есть я лишнее уже пошло время, да? Получается. Да. Длительность дольше. Попробуйте сыграть. Правой рукой, да? Да, только правой. То, что будет показывать, я должна играть. Да. Где же получилось? А, не гномик, сразу мало места. Ну, теперь нужно до. Да, так, по очереди. А, понятно. Ошибок нету, и зрительная моторная задержка 27. Это результат значит... хороший для первого раза. Вообще отличный. Попробуйте еще раз так же сыграть. Все то же самое, да? Ошибок нету, зрительная моторная задержка 12. Если зрительная моторная задержка меньше, чем количество нот, значит, это результат отличный. Ты все хорошо. У вас отличная координация. Я обучаемая, значит, это хорошо. Так, попробуйте еще раз сыграть. Еще? Ошибок нету, и зрительная моторная задержка 7. Вот это, да? Так, смотрите, как ставить мизинчик на до и большой палец на соль. Где? А, соль, вот. И нажимаем прямо вместе. Теперь фа соль мы называем клювиком, тоже вместе. Так, а фа у нас вот, да? Да. А каким пальцем? Вторым? Да, вторым или первым. Нет, нужно не эту, только фасоль. А, только фасоль. Да. Также до соль. До соль, до соль. Все так же. Клювик. Теперь зажимаем левую руку. Задерживаем. Теперь клювик держим. Ух ты, там что-то... А, тут подыгрывает правая рука? Ошибка. А, ну да, я там нажала одновременно. Зрительная моторная задержка 33. Ну, для первого раза это хорошо. Попробуйте еще раз так же левую руку.
ошибок безошибочным. И время 9. О, вот это да! Результат отличный. Цифры говорят, что у вас хорошая координация, и вы быстро ищете ноту. Можно переходить к следующей презентации. Просто очень хорошо Аким объяснил мне, вот что тут клювиком и... Ну, в общем, правильно объяснил, я даже не терялась, просто пальчики подставляла. Теперь попробуйте сыграть в третьей презентации. Все то же самое, поменялся нотный стан. Ага, его положили, значит. Все одинаковое, попробуйте сыграть левую руку. Правую. Ну, все то же самое. Угу. Безошибочно, и зрительная моторная задержка 6. Попробуйте сыграть четвертую презентацию. Ох. Только правая рука. Значки отключены уже. Угу. Ну, правая рука тоже. Только правая, да? Угу. Безошибочно, и время... Ой, точнее, зрительная моторная задержка 8. Ура! Я поняла, да, я спешу. Это уже настоящие ноты. Посмотрите, нотный стан у нас изменился. По сравнению с четвертой презентацией, посмотрите, линейки стали более тонкими. Это уже обычные ноты. Так, поняла. Значит, какую руку сначала? Правую? Правую, да. Так. До, соль и клювик. Давай.
шестерная задержка 7. Попробуй я тебе сыграть шестерную ситуацию. О, ну правая рука. Правая или левая? Внимание, ноты не двигаются. Они остаются на своих местах. Ноты уже не двигаются. А правая рука? Да, только правая. Супер. Нету, и уже это настоящее время. Да? 21 секунда. Даже 15. Ну ладно, все равно. Я прям как гвозди забиваю, да? Стараюсь изо всех сил. Так, попробуйте левой сыграть рукой. Левой, ладно. Ну, поехали. Ой, простите, все, ошиблась. Еще раз попробуйте. Еще раз отбираем. Без ошибок и секунды 19. О, так у меня левая лучше, да? Левик лучше сработал. Соединяем. Ну все так же вот. Ми и до соль вместе. Ага. Пробуйте. Ми и до соль вместе. Левик и ре вместе. Ой, мамочка, ладно. И до соль вместе. Так, ладно, мишка, соль. Угу, угу. Браво! Браво! Безошибочно и зрительного тормозлежка 20 минут. Это уже время! Это уже время! Меньше, чем количество. Шикарно! Ну да, так, попробуйте сыграть в третьей презентации. Двумя руками. Ой, ладно. Уровень повышаем. Да. Повышение IQ. Ладно, повышение ничего не говоря, IQ, это да. Не спеши, сейчас я соберусь. Сначала 29 даже, да? Что-то где-то 32 там было. Да, что-то много было вообще. Отлично, отлично. Я, по-моему, выучила внимание. А попробуйте сыграть. На самом деле. Red.
Еще разок. Еще разок. Отлично. Так.